Мама 10-летней Вероники несколько лет назад потеряла родного человека – тетю. Она умерла от рака шейки матки. Чтобы оградить своего ребенка от этого страшного заболевания, которое вызывает вирус папилломы человека, женщина пришла на консультацию к детскому врачу-гинекологу за важными для нее ответами. И в первую очередь узнать о вакцинации от ВПЧ. Хотелось бы узнать, когда, как лучше прививаться, каким препаратом, когда это лучше сделать, в какой период. Отрадно, что есть родители, которые заблаговременно интересуются способами защитить детей от рака. Но на сегодня таких мам и пап единицы, потому что далеко не все знают, что вирус папилломы для человека может быть смертельно опасен. Вирус папилломы человека, у него есть очень много типов. Определенные типы невысокой онкогенности, но есть типы высокой онкогенности. Поэтому у всех, у кого есть папилломы на теле, конечно, у него есть внутри вирус папилломы человека. Но он абсолютно не страшен ни для ребенка, ни для взрослого. Страшные типы – это 18-й и 16-й тип в первую очередь, против которых как раз-таки и есть защита, существует. Вакцина. Прививку первый раз желательно сделать до 15 лет. Тогда ревакцинация второй дозы будет однократно через полгода. Если вакцинацию делать после 15 лет, то тогда придется ревакцинироваться два раза. В настоящий момент хорошо разработаны, исследованы и выведены на рынок две вакцины от ВПЧ – Гардасил и Церварикс. Они не содержат самого вируса ни в какой форме, поэтому заразиться ВПЧ, сделав прививку, невозможно. Зато можно уберечь своего ребенка и себя от ряда заболеваний. Она защищает именно от 16 и 18 типа рака, которые вызывают рак шейки матки, прямой кишки, полового члена, гортани. Однако важно понимать, что прививка носит исключительно превентивный характер. То есть она не вылечит вас от уже имеющегося вируса, а только поможет не заразиться другими типами ВПЧ в будущем. Но и это уже хорошо. Этот вирус проявляется далеко не у всех, далеко не всегда, только при снижении иммунитета. Поэтому еще его называют «тихий убийца». Нет доказательных препаратов для лечения этого вируса. То есть лучше, конечно, предотвратить. Вакцина от ВПЧ защищает только от ВПЧ, а не от рака шейки матки как такового. Он может развиться и по другой причине. К сожалению, в России прививка от вируса папилломы человека не входит в национальный календарь прививок. А это значит, что ее можно сделать только за свой счет. По желанию, конечно, мы можем сделать эту прививку. Если вы задумываетесь о вакцинации против ВПЧ, то обращайтесь к специалистам клиники «Маргоша», как это делают ее постоянные клиенты. Предварительно нужно будет посетить педиатра для того, чтобы исключить катаральные явления в зеве, что нет ОРВИ. И после последнего перенесенного ОРВИ должно пройти 21 день. И тогда вы будете готовы к вакцинации первой дозы Гардасила. Пациенты выбирают клинику Маргоша за ее надежность, профессионализм и, конечно же, чуткое отношение к детям. Она внушает доверие, надежные специалисты. Лечение у данных специалистов всегда дает результат. Как ребенку исполнилось 2 года, регулярно посещаем и лора, и невролога. У нас просто у ребенка диагноз – задержка речевого развития. Мы лечимся у доктора Ботановой, очень хороший доктор, хорошие результаты. Я пользуюсь, наверное, с появлением дочери. Это 5 лет назад, когда было первое обращение в частную клинику Маргоша. Так как определенных специалистов, скажем, в государственных клиниках нет, просто сыпь какая-то у ребенка вылезла. И для того, чтобы попасть там в государственную организацию, нужно неделю потратить времени, а динамика идет, развитие заболевания. И в очередной раз нас выручает Маргоша, так как мы просто сдаем анализы 2 дня, и все лечение, и динамика уже ребенка, выздоровление, это уже все есть. Марина Романова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».